Вы, ребята, что-нибудь найдете. Только никому не говорите. Договорились. Это такой важный конкурс для детей, для наших, да. А главный приз поездка в Диснейленд – это благодаря вам. А ты умеешь хранить тайны? Ну. Так вот, сегодня наша техничка тетя Клава убирал камень. Из дымохода отвалилась плитка. Она увидела тайник. Аккуратно. Какая коробочка старинная. Наверное, стань лицом к арабской печати и перста левой руки опусти на 30 градусов. Найдешь то, что принадлежит... А ну вы что здесь делаете? Бежим, бежим! Стойте! Я сказал, немедленно остановитесь! Стойте! Я вас поймаю! Я вас поймаю! Завхоз как за нами побежал! И бах, упал. Мы думали, что он умер, а оказалось, что он живой. И все вы врете. Мы не врем. Врет. Не мешай. Так вы убежали от завхоза? Нет, сначала завхоз схватил Андрея. Потом Лиля дала мне документы и побежала к Андрею. А что дальше было? А потом Таня привела маму с милицией. А там что-то еще было? Нет, не было. Что, это все? Все. Дяденька, завхоз украл моего брата. Пожалуйста, помогите мне. У меня есть деньги, пожалуйста. Да не волнуйся, деточка. Еще не родился в Одессе тот завхоз, который смог бы меня, дядю Леву Собаката, сделать на дороге в моем родном городе. Садитесь быстрее и поехали. Все. И победители награждаются экскурсионной поездкой в парижский Диснейленд. Ну что, споем, детки? 3, 4. Вот оно как бывает, что-то в кино обо мне забывают. Дело принимает странный оборот. Я не понимаю, ведь время идет, и к тому же идет вперед. Так оно совсем уйдет. А тут полно талантов, певцов и музыкантов. Наводи прожектор. Привычно. Только в кино. В окнах и взорах.